В мае нынешнего года местные правоохранители проверяли бывшего слонимчанина, который в городе Минске организовал незаконный бизнес. В результате у него изъято около тонны алкоголя, среди которого виски, ром, водка и другая спиртосодержащая жидкость на общую сумму более 20 тысяч белорусских рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками АБЭП Слонимского РУВД была получена оперативная информация о причастности уроженца города Слонима к незаконному обороту спиртосодержащей жидкости на территории Республики Беларусь. В дальнейшем в ходе проверки данной информации совместно с сотрудниками межрайонного отдела Департамента финансовых расследований в ходе выбытия служебную командировку в город Минск данная информация нашла свое подтверждение. Суть данного бизнеса сводилась к тому, что указанный гражданин осуществлял хранение и реализацию из гаражных кооперативов города Минска алкогольной продукции, которая представляла из себя как спиртосодержащую жидкость, спирт, коньячный спирт неустановленного происхождения, так и алкогольную продукцию в виде виски, рома, водок различных наименований, иной алкогольной продукции, которая предназначалась для реализации только из магазина беспошлинной торговли. Результатом совместных мероприятий явилось изъятие практически тонны спиртосодержащей жидкости и алкоголя. В настоящее время проводится проверка в рамках административного законодательства. И согласно декрету президента номер 5 2016 года, данному гражданину грозит наказание до 20 базовых величин. Также изъятие и уничтожение изъятого имущества.